антистронной речью. Послание открывает первую сессию главного законодательного органа. А по нему что, ходить надо? Да. Ох, ебать мой хуй. Так, я так тихо-тихо, блядь. Вот кто-то поехал. Это и спорт на сегодня. Захаров, радио, Время спорта. Время спорта. На Авторадио. Сейчас-то пробок нет, поэтому быстрее да, ну, там светофор опять стоять. Не, ну тут же эти люди быстрее всегда получается. Нихуя себе! Как фьючер. 3, 2, 1, 3, 4.
ковком.